только прошли уже, наверное, километра два по пляжу. В основном пустые пляжи, отели пустые, незаполненные. Может быть, там от 5 до 15 человек, может быть, и есть. А так все пляжи пустые. Лежаки все в большинстве собраны, связаны. Туристов нету. В основном сюда сейчас прилетает по пару самолетов с Украины. Ну, вчера мы, правда, встретили в нашем отеле несколько поляков, румынов, венгров, испанцев. Ну и довольно-таки мало. Мало, 5 человек. Здесь, смотрю, вообще людей нету, но в нашем отеле, наш отель где-то на 50% заполнен. То у нас на пляже еще немножко народ есть. Здесь в основном доминикане на обслуге гаитяне. Гаитяне бедный народ ищет, и они стараются здесь доминикане заработать на отельном бизнесе. Уборщики.